Залезай. А, Чеф Челиос. Дон Блинкем. Ты, похоже, снова вытащил мою белоснежную жопу из печки. Пожалуйста, не благодари меня. Думаю, не стоит. Не знаю, в курсе ли ты, Дживс, но твои узкоглазые коллеги забрали нечто очень для меня ценное. И я хочу это вернуть. Знаешь, кто ты, Чеф Челиос? Расскажи. Ты как магнит для говна. Твоего дружка пидорская болезнь. О, да. О чем это мы? Ты хотел рассказать, у кого то, что нужно мне и почему. А ты слышал имя Пундон? Только в похабных стишках. Это патриарх нашей организации. Говорят, ему 100 лет. В бандах триады считают, что он скорее бог, чем человек. Пару месяцев назад прошел слух, что Пундон серьезно заболел. И без донорского сердца жить ему всего несколько дней. Понятно. Конечно, это неприемлемо. Многие из триад вырвали бы свои сердца из груди, чтобы спасти жизнь Пундона. Но не я. Ну его нахер. Но многие. Затем прошел другой слух, что есть человек с таким сильным сердцем, что оно выдерживает на самый смертельный яд. Пошел ты! Да, китайская херня. Да, это был ты, Чеф Челиос. И Пундон выбрал специально твое сердце. Еще вопрос. Кто, блин, такой Эльхурон, хорек? Он тут при чем? Хорек. Я бы сказал, что нас организации давно враздуют. Понятно. Ну, премного благодарен за помощь, Дональд. А теперь, если ты не против... Кто сказал, что я тебе помогаю? Я получу огромную награду, когда верну тебя... Пундону. Значит, вот как? Да, вот так. Цыпленок с капустой.